Станция юных техников, введенная в эксплуатацию в 1979 году, долгое время не ремонтировалась. По инициативе акима района в текущем году проведена реконструкция здания. Из местного бюджета на эти цели выделено 54 миллиона тенге. Сегодня во внешкольных кружках работают 16 педагогов. Они в совершенстве владеют передовыми технологиями и новым оборудованием. У нас занимается в кружке около 50 человек. Значит, по группам разбиты дети, занимаемся. Значит, кроме роботов, мы занимаемся еще 3D-моделированием. У нас есть 3D-принтер, на котором мы можем печатать. Занимаемся видеосъемкой с воздуха при помощи квадрокоптеров. Ну и, естественно, занимаемся изобретательством различных устройств, которые помогают нам работать с робототехникой. Станция юных техников приобрела новый облик. В здании тепло, функционируют коммуникационные системы. 10 кружков функционируют безостановочно. У нас, в общем, стали проводить республиканские соревнования по дополнительному образованию. И поэтому я взял судомодельный, чтобы закрывать все классы там. У нас по направлению идут авиамодельные, судо, авто и ракетомоделирование. Вот чтобы наша команда могла занимать достойные места, нужно все классы закрывать. Поэтому я взял сначала судомодельный кружок. Обучающиеся на станции юных техников постоянно находятся в поиске, изучая передовые технологии. Зарина Беккалиева, Каламбек Мухамеджанов, Марат Ахмеджанов, Кукчи Акпарат.